Так, и всем привет, с вами Джим Райнер, я продолжаю играть в Kerbal Space Program. Так, поставил я тут кучу всяких модов, и один из них налез мне прямо на кнопку выхода. Заебись. Ладненько. Добавил я тут мод на авионику, авиация точнее, да. Теперь тут побольше всяких деталек уникальных будет. Хотя, как я посмотрю, финальные детали почти такие же все. Немножечко науки больше. Хотя я вообще не понимаю, как использовать здесь все, что мне дали. Ой, а такое я даже не видел у себя. Где-то оно есть, а где непонятно. Всякая тут всячина. Ой, а вот эту штуку я не смотрел. Это камера какая-то. Ой, вроде бы немного энергии добавилось. Да, тут какие-то фронтальные аккумуляторы. Это что такое? Сенсор какой-то. Ну, тоже все странно. Да, вот, фронтальные. Боковые всякие. Опа. Этого я тоже не видел. Нигде. Весьма странно. Также добавил те самые огромные топливные баки 5 метров. Хрен я их когда буду использовать, дорогущие заразы. И тут добавилась еще одна графа. Теперь тут сверхтяжелые какие-то ускорители и все такое. Не, ну такие точно нужно спасать и возвращать домой, дорогущие заразы. Ну и все такое, собственно. Так, а ну дайте выйти. Так, но мне не помешал бы. Тут два теста провалил. Отменил ни одного. Мне не помешало бы немножечко, блядь, науки. Нужна наука. Так, plant flag, что у нас по флагам? Блин, мне нужно на минус кинуть флаг. Я про это забыл. Моху. Дюнка. Куда бы отправить? На дюну я не хочу. Ладно, а что у меня сейчас активно? Так, ну на Ика рандезу. Разъединитель боковой. За это я получу немало бабла. А конкретно до хрена. Так, я должен лететь. Я должен быть на высоте от 11 до 13 тысяч метров. Скорость от 220 до 1100. Разъединитель ТТ-70. Ну, значит, полетим на дюнку. А, стоп. Мне ж не надо на дюну. А хотелось бы. А что делать? А что мне делать? Я не знаю. Так, мне нужно. Блин, и В1. И В1 пиздец какой дорогой. Он мне все деньги высосал с резервов. А ну да, тут с посадкой. Тут все есть. Мне, пожалуйста. Так, это на ИКО. Ну, можно на ИКО взять. ИКО первую. Может, вкатит. А может, и не вкатит. А может, и вкатит. Блять. Мистер неуверенность. Да, кстати, вкатит. А, кстати, дюна. Дюна 1. Дюна. Блин, где дюна 1? Я не вижу дюнки. Мохо. Дюна спутник. Дюна 1, а что-то такая маленькая. Загрузка. А, это. Я понял. Хера. Да я прям мастер. Такое соорудить, блядь. А дюна 2? Блядь, дюна 3, чего ты состоишь там? Дорогущая зараза. Разгонники, больше разгонников. А, ну это уже
Понятно, это конкретно на дюну. Так, у меня тут есть такой чудесный модик. Модов я ведь поставил немало. Ого. Так, если не ошибаюсь, это мои ступени. Да, вот так. Да, вот. Чистая дельтави. Понятно. Суммарную можно мне, пожалуйста? Это не в этом моде, да? Так, вот. Вот тут получше будет. Тотально это у нас 8500 вместе всего будет. Это то, сколько я смогу развить скорости. Тут 900 на 1000 метров, на 1000 метров больше. Дюна 3. Ну тут вообще пиздец. Это куда я собрался? На дюну вот таким вот? Хуя я, да. Это, конечно, жестокий парень. Я, пожалуй, все-таки полечу на Ивы. Не на Ивы, а на Гилы. Как-то так она там называется. Но не просто так полечу. По-зяськи. Где тут? Вот. Тут я поставлю еще кое-что интересное. Классное и вообще охрененное. Блин, столько всяких баков, не разберешься. Не знаю, этого должно хватить, по идее. Стоп, а у меня даже нету этого самого термосчета. Да, вот это я. Вот это я, конечно, улечу далеко. А, где термосчеты? Вот они. Красавцы. И что нам теперь нужно? Разъединитель, конечно же. И маленький такой двигателек. Малюсик. Так, сколько на этом? 700 вытащу. А на... Тут должен быть где-то такой крохотный, красивый двигатель. Кроха, ты где? Кроха. Это он? Похож. На нем я вытащу 1100. Ну, этот и возьмем. Ага. Так, теперь купол. Стоп. Кроме купола еще кое-что должно быть. Стяжечки. Так, и теперь купол, купол, купол. Где он? Где мой обтекатель? Я его не вижу. Где он? Куда он делся? А что это, кстати? Так, а ну. Где-то тут было, вот. Чё это? О, господи, блядь! Что такое? Крылья? А, это что за... Да ну нахуй. Так, обтекатель. Я все еще в поисках обтекателя. Такие гондоны на вид. Может, они все-таки... А, вот они. Нашлись. А, стоп, у меня же есть специальный. Вот это же специальное, по идее, да?
Ай да красавица. Ну, неплохо. Так, а сколько ты весишь? Тонну. Нормально. Так, как-то там... А, блин, и... Еллы. Как-то так. Еллы один пусть будет. Так, оказывается, все станет еще хуже, если я так сделаю. Поэтому делаем немножечко выгодней. Верхнюю часть я не буду все-таки ставить. Она невыгодная. Так вот. Не-не-не, не вот так. Вот это мне тоже не надо. Ну, вот так вот. Даже 9000. Неплохо. Окей. Эй, когда вы там стартуете? Так, теперь нужно проверить набор внутренностей. Что мы имеем внутри по... Так, там у нас целых три исследовательских модуля. А надо ли мне столько? Ну, пусть будет. Не, вообще тяжеленькие. Может, два? Ого. Может, одного хватит. Давай. Я думаю, одного все-таки хватит. С земли возьму замер, да и все. Хотя нет, нужно все-таки два. С орбиты тоже возьму. Так. Теперь. У нас тут появилась вот такая вещь. А ты что у нас? Сейсмограф. Ну, сейсмограф только с земли работает, так что... Вот так стамило. Гравиметр. Гравиметр тоже только с земли работает. Барометр тоже только с земли работает. Атмосферное давление тоже только с земли. Так, ну вроде бы все. Ага. У нас там есть барометр. Ой, не барометр. Вот эта вещь. А, так это и есть барометр. Все правильно. Закрыть. Ну, вроде бы неплохо. А, стоп. Сколько будет весить автомат? Я хочу поставить прокачанный автомат. 0,1 тонну. Я поставил. То мой дебил ничего не умеет. Поставлю автомат ниже этого. Как изменится скорость? А, да херня. Так, и берем вместо пилота ученого. Ну, вроде бы ничего так. Погнали. Так. Я тут добавил кое-чего, а конкретно, блин, не открывается. В общем, мини-спутник, который полетит на дюну.
отдельно от моего маршрута. Так, меня интересует. Ага. Аж вот тут. Зачем так поздно? Так, ну чё, поехали? Или как? Блин, не помню, из-за чего меня там шатало. Я вроде даже решил эту проблему, а как, не помню. Ах да, я поставил четное количество двигателей. Только тут как раз их нечетное количество. Чёрт. Ладно, поехали. Ох, фак. Немало. Быстро двигаем. Хуя, я рвусь вперед. Давно я на таких скоростях не летал. Так, это масюськи тут сейчас отлетать будут. Ах да, масюськи меня и разгоняют так жестко. Ну и хер с ними. Ой, что-то меня на бок клонит немножечко. Что из-за красной линии? Вот все, пошло выравнивание. Что это за красная линия? Это типа откуда сейчас будет идти огонек? Мне такая хуйня не надо. Тоже отрабатывать не помешает. Кто знает, что получится. Так, хорош. Ой, что-то нас клонит. Хуй знает куда. Хотя я думаю, можно уже. Пусть клонит. Ой. У меня что-то там рвануло. F5. Вырвались вперед. Так, поскорее бы отработать те двигатели и уже забыть про них. Так, давай по вот этому. О, понятно. Я вас понял, сударь. Так, ага. Я даже не долечу немножко. Нужно быстрее отработать эти двигатели и избавиться от них. Не нравятся мне они. Шатает нас, конечно, будь здоров. Тут уж ничего не скажешь. Хуя, блядь. Прекратить шатание. Не прекращается, ах да. Я ж еще не на орбите. Черт, а что тут со стяжками? Проблемы какие-то? Я ж вроде бы стягивал. Видимо, нет. Да, точно, конструкции старые, тут хуй знает, что происходит. Нужно, короче, просто давить. Что это такое? А, там где орбита. О, красиво так мне показывает, там где орбита отдельно. Это место, куда я упаду, в случае чего. Это еще атмосферка у нас. О, господи, наркоманы. Мышь на орбите. Что за беспредел?
Куда? А. Ну да, я понял. Наркоманы. Я квиксейвнул! Черт, я взял и квиксейвнул, когда этого делать не стоило. Давай, поворачивай, господи. Через сколько? Через 29 секунд, хуйня. Ну же! Ну же, ёбана в рот! Пизос мне. Откровенный пизос. Давай. Нихуя не работает. Все плохо. Уи. Ладно, хер с собой, хоть так давай. Нифига не пашет. Мне такой хуйня не надо. Итак, вроде бы достаточно ровная орбита у нас. И настало время сжечь все топливо, что у нас есть. Ну ёбана же в рот. Можно типа в другую сторону? Ну, пожалуйста. Все, вот. Осторожно, осторожно. Что-то нас колбасит. Да, однако нас тут конкретно колбасит. И что с этим делать, я не знаю пока что. Где-то был мой вес. Ох, ёб! Еще и засейвил. Блин. Вообще, конечно, не вовремя. Давай, двигай. Да не туда, долбоеба кусок. Ах ты, мразь. Так. Далеко нам? 50 секунд. Ну что могу сказать? Время есть. Время, безусловно, есть. Давай, туда, вниз. Открыли баки. Много тут. Достаточно. Вот черт. Стартанул, называется. Черт, нужно было ставить две пары по четыре таких боковых двигателя. Я по-другому поставил. Из-за этого все и накрылось, по сути дела. Ну так куда, ё-моё? Господи, как же хочется уже избавиться от этого балласта. Но никак не могу пока что. Есть. Давай. Ты ведь сможешь? Нихуя он не сможет.
Ты ведь у нас дебил, да? Да, еще тот. Он таргет считает ретаргетом. Или нет? Что ты вообще делаешь? Что это? Ты что, дебил? Не, я, конечно, знал, что ты дебил, но... Капец. Так, во-первых, что у нас этот баг еще? Еще имеет свое топливо. Твою мать! Я его взял и отбросил. Так, сейчас быстро. Сброс. Сейв. Старт. Ух ты, сос-модуль даже норм пашет. А чё так? А что если? Нет, все еще психует. Все еще психует. Что ты хочешь? Куда он? Я просто хочу посмотреть, куда он пойдет сейчас. Ну, к ретаргету. Зачем тебе к ретаргету, если поставил на таргет? Че он делает вообще? Я тебе просто сказал держаться на метке. Что ты делаешь? Может, кто-нибудь скажет, что он делает? Я не знаю. Блять. Так, и... Что у нас тут? Все не очень славно, я бы сказал. Я бы сказал, совсем не очень славно. Что делать вообще хз сейчас? Этот баг я буду мусолить вечность. А сроки поджимают, как-никак. Хотя не поджимают. Воу! Я сделал так, что апоапсис уже передо мной. Хрена я. А чё, так можно? Так серьезно можно? Весело. О, там уже переапсис появился. Оп. Все. Отлично. С этим мы разобрались, еще даже топливо осталось. В неплохом количестве, между прочим. Так, теперь. Блин, если бы я поставил не 6 двигатель, а тут 4, и тут 4, все было бы хорошо. Или где-то там подальше еще 4. Место поближе. Так, теперь нам нужно правильно выйти из планеты. Из области планеты. Нужно выйти против ее хода. Пока что это просто сделать. У меня орбита красивая. Ну, вот так. Так, минуту и еще с хреном чуть-чуть. Я буду там колбаситься. Надолго ли хватит моей ступени этой? Где она? Где же? Вот. Угу. Хватит ее еще на 29 секунд. Значит, этой ступени не хватит. А вот этой... Так, это еще даст немножко. Понятно. А что, эту ступень не считают? Странно. Ладно. Так, теперь. Мне нужно... Ой, нет, это не тот мод. Вот этот мод? Нет, это мой мод любимый. Вот этот. Ну, хоть что-нибудь. Чё-то нихера не пашет. Должно пахать. О. Но это не то, что мне нужно. Это тоже не то, что мне нужно. Давай, работай. Ага. Нет, мне не нужно этого. Так, это мне тоже не нужно. Так. Информация.
Так, ну это орбита. Так, а вот это, кажется, моя инфа. 49 тонн. Проверим. Моя масса. 49 тонн. Все правильно. Это интерактивка. Адекватно. Ну, как-то вот так поставим. И варпим. Так, ну чё? Сейчас всё будет. Ну ты куда? Ну давай по-нормальному. Сейчас нужно быриком отработать этот топливный бак и сказать ему прощай. Потому что он меня заманал. Он ещё будет работать 18 секунд. Отлично. Так, станаж очень быстро падает. Это хорошо. Ой-ой-ой-ой. Вот. Вот теперь все правильно работает. Только вот в этом отсеке у меня мало топлива. Совсем мало. И сейчас, да, отработаем. Все, что нужно. Всего-то 20 метров в секунду, а какую дистанцию увеличивает? Оп, готово. Так, ракета пошла на противоход. И на самом деле я мог еще больше сэкономить и сразу попытаться приконнектиться к этому самому, к планетке. Но это будет трудно. Я такого еще не делал. Так, пожалуйста, уберитесь. Я сказал, уберитесь, а не появитесь. Так. Ну что, чтобы было? Где тут мои эти ребятки? Так, я тут чуть-чуть потестил кое-что, но безуспешно. Что, блядь? Стоп! Ебать! Ну, блядь, приплыли. Называется. Ну уж. Сколько мы сэкономим? Ну, всего за соточку. Ну чё, неплохо. Мне нравится. Ну давай. Всего ничего. Чуть-чуть поджал. И сэкономил там где-то сотен. Ну, три. Наверное. Погнали. Все, мы на уникальной орбитке. Так, я не понял, куда связь делась? Так. Раз. Два. Три. Все, связь есть.
связь с Землей имеется, вон она там недалеко. Ой. Где я? Да, кстати. Прощай. Так, ну и теперь пытаемся сконнектить. Так, ага, ясно. Воп-воп-воп-воп-воп-воп. Не пашет. Ну, ё-моё. Воп-воп-воп. Где это мы? Ну, нам где-то вот на этот край нужно, это я знаю. О, я же говорил. Connect. Фокус. Так, теперь мне нужно как можно сильнее загнуть орбиту. Вот, кстати, что меня интересует, вот эта проба. Она вообще работоспособная? Или как? Блять, она не работоспособна, я не могу управлять. Черт, связи нет. Я не открыл панель, бля! А я могу? По щучьему хотению антенна открылась. Даже без связи. Интересно, откуда пришла команда, если связи не было? Ладно, связь есть. Все. Так, а как там переключиться по бырику? Воу! Я запомнил горящие клавиши? Я смог переключиться по-быстрому. Здоровски. Так, ладненько. Возвращаемся к планированию маршрута нашего. Фокус. Так, как у нас тут делишки? Ну, да такое. Ну ж. О, мне нравится. Стоп. Не туды. Здрасте, здрасте. А мы к вам. Извольте вашу орбиту затормозиться немного. Что-то... Чито я сделал. А, вернись. Вернись, я не хотел. Да ёбушки-воробушки, ну, что ты будешь делать, а? Ну, давай. О, есть. Есть контакт. Нужно сделать орбиту правильной формы, а не такой, как сейчас. Может, вот так вот делать. И вот так. О! А чё, неплохо. Мне нравится. Вот срань. Ну, лучше, чем ничего. Так, ну а теперь. Вроде бы подходит. То есть, почему бы и нет? Я просто хочу цепануться на вот эту вот планетку. А на нее, я так понимаю, будет достаточно сложно цепануться. Так, спутник, вот он, мой друг. Ну, фокусировка. Вот черт! Ух, бля.
Да, уношусь, я будь здоров куда-то. Лучок я жесткий сделал. Так, ладно, фокус. Ой, блин, какой фокус? Таргет. Эй, что тут происходит? О, нет, только не говори, что у тебя нет системы ориентации. Блять, я не поставил систему ориентации. Ладно. Не хочу я с орбитой париться, давай по бурику. Рандезу планет. Оп. Куда ты, блядь, мне поставил? Не туда. Спасибо. 1400. Пошел нахуй. Лучше сам ее сварганить. Блин. Все правильно. Блин. Это все из-за того, что я там сократил орбиту. Я... Блин. Я подлетаю сокращал орбиту себе. Блин, что я несу? Короче, когда я вырывался с влияния гравитации Кербина, я так вылетал, что относительно Солнца я тормозил, а относительно Земли я разгонялся. Из-за этого мне придется сейчас тут поднапрячь булки. Чё такое? Чё не стыкует? Стыкует. Так, ну, теоретически я смог зафигарить орбиточку. Вроде как. Ну, ничего, такая орбитка мне нравится. Так, но теперь, но теперь... Меня интересует, через сколько мне стартовать, собственно. Варп. 380 дней. А чё так долго-то? Да оно что-то курило не то, отвечаю. Так, опа. Связи ноль. Жизнь боль, когда связи ноль. Эй, связь! А, вот, появилась собаки. Варп. Мне не нравится, что мне пишут тут 370 дней. Вот что это значит? Да куда это? Да, это, по идее, до старта маневра. Ну, ёбушки-воробушки, я пропустил маневр. Я его пропустил. Взял и пропустил. Ладно, давай вручную. Зафигарим. Маневр activated. Ну и что тебе не нравится? Воп. Воп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну бля, ну то. Давай как-нибудь покрасивее так сделаем. А если я вот так сделаю? Что скажешь? Так. Ну да, я понял. Мне нужно годик тут на орбитке поваляться. Так, маршрут заново поставлен. Хорошо. Хорошо живется. Так, теперь переключаемся вот на тебя, друг мой. Блин. Так. Фокус. Так, 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 мне нужно... Блять. Гилы. Свечи. Так. Теперь возвращаемся к планированию траектории для этого друга. Воу, а куда она делась? У меня же было. Не, ну... Куда она делась? Ладно, по бырику. Опять-таки. Set target. Я не вижу траекторию. Вот где она? Ага, отлично. 400-очки. Оптимально. Фокус. 180 с хером дней.
Можно полетать тут. И все будет заебись. Оп-оп-оп. Так, что-то тут не так. Оп, готово. Соприкосновяшки. Черт, мне опять планировать этот... Да пошли вы нахуй. Опять тут планировать. Не, ну нет. Бля. Черт. Куда делась орбита? Да вы, блядь, издеваетесь, да? Ну, спасибо. Так-то. Попробуем еще немного пролететь. Короче, не нужно полагаться на эту херню. Нужно самому вручную искать. Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. Блять, ну куда оно делось? Что тут у нас не так? Ага, понятно. Мне все понятно. Делаем раз. Ага, ну тут мы вряд ли сможем приконнектиться. Попробуем еще протянуть. Так, даем разгон. Эй, ну давай уже. Никак. Что ж делать? Ладно, воспользуемся все-таки этим разгоном, который мне предлагают. Вот, наконец-то ровная, красивая орбита. Ну, более-менее ровная. Пониже. Не, пониже, пониже. Пониже. Поближе. Пониже. Пониже, я сказал. Еще ниже. Оп. Ага. Мне нужно максимально сделать похожую орбиту на орбиту этого существа. Существа, блин. Так, а ну. Черт. Из-за неправильного ракурса ничего не могу сделать. Куда я тяну? За что я вообще только что тянул? Не-не-не, мне нужно. Черт возьми. Так, и вот так. Ну, чуть ниже, конечно. Да ё-моё. Ну давай. Нихуя ж не видно. Вот так? Нет, не так. Вот так. И приближаем, приближаем, приближаем. По красоте сейчас все будет у нас. Здравствуй, Кирбонавт. Там мы не виделись, собственно. О, бля, вошло внутрь. Нехорошо. А хоть без разницы. Так, что там на дюну? Таргет. Ой, блядь, не говори, что... Господи, если... Если сейчас сорвется маршрут на... Для спутника это будет просто гранд-посос. Так. Маршрут для спутника имеется. Да, есть. Маршрут имеется. Так. Ну а теперь у нас должны быть такие маленькие игры, я бы сказал. На опережение. Нужно два корабля одновременно в две разные точки отправить. Да. Это я умею. Маневр. Погнали. Блин, я даже не заметил. Не заметил, как я успел долететь. Такс. Ну, здравствуйте.
Так, фокус на цель. И через 30 секунд старт. Работаем. Целых 1,5 минуты придется выжимать из себя тут все. Интересно, а меня вообще хватит на обратный путь? Дельта Ви. Да, у меня еще 2800 в запасе. Меня прекрасно хватит еще на обратный путь. Какая все-таки полезная штука это Дельта Ви. Можно понять, сколько у меня еще топлива останется, с учетом отстрела предыдущих ступеней. Не успел глазом моргнуть, так как тут осталось уже 15 метров в секунду. Что-то я орбиты все не вижу. Оп, появилась. Теперь нужно предельно осторожным. Раз, два. Сейчас я просто сэкономлю тут галлоны целые топлива на этом маневре. За счет Т-орбиты все будет хорошо. Здрасте, здрасте. Как дела? Оп. Так, ну что, давайте-ка посмотрим, что получится у нас. Оп. Ой, красавица, орбитушка, как же ты дорого делаешься. Мне же еще косаря 1,5 на возврат нужно. Так, у меня 6 термоэкран. Я надеюсь, его не забыл. Термощит, термощит, так, уберись. Термозащита имеется. Хорошо. Значит, можно напрямую входить в Кербин. Там сильно цацкаться не надо. Это хорошо. Черт. Орбита тут просто пиздец какая. О. Вот это хорошо. Кажется, я понял, за какие рычаги давить. Нет, не понял. А что делать? Фокус. Ой, какой фокус? Ай, хуй с ним фокус. Таргет. Пожалуйста. Нет. Блядство. Фокус. Блин, я могу сфокусировать на этой планетке, нужно на эту. А, давай, 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 наива, есть. Фокусировка имеется. Так, мне нужно придумать, как бы мне так по красоте все тут сделать. Чё, какого хрена? А, вот оно как. Интересно. Ну, допустим. Делаем раз. Ну, приблизительно. Делаем два. Да ёбушки. Вообще, хз, что делать? Вообще, вообще, вообще. Нужно закруглить орбиту. Блин, дорого-то как? О. Что делать? Хм. Ну давай-ка попробуем воспользоваться помощником. Он, конечно, стопудово налажает, но я хочу посмотреть, что он сделает. Не хочет. Так, ну я что-то придумал. 1200 и тут еще 600. Блять, меня на обратный путь не хватит. Вот это я выдумщик, да.
А чита делать? А чита мне делать? М? Ребятушки. Ладно. С этим разберемся потом. Сейчас бы нам переключиться на мой спутник. И его отправить на дюнку. Здравствуй, спутник. Путешествие. Не думаю. Так, ну для начала мне бы не помешал бы... Фокус... Ой, какой фокус? Блин, я еще таргет сбил. Фокус. Ну, так будет попроще, хоть чуть-чуть. Так, у меня проблемы. Проблемы у меня с чем? Проблемы у меня с тем, что мой спутник вообще не желает поворачиваться. Никудашеньки. По причине того, что у него нет маховика. Ни разворота, ни поворота, ни хера. Так, таргет стоит. Рискнем. Что? Да, вот пошло изменение. Там 0,1% изменяется. Это хорошо на самом деле. Может еще подбавить газку. Посмотрим, что будет. Вижу. Ты куда, дурашка? Черт тебя дери, а? Вот это вроде, да? Не, вот это. Ну и куда ты, блядь, погнал? Совсем дурак, что ли? Куда ты, дурака, кусок? Блин, а я чё, так давно сейвил? Чёрт. Так, ну что, будем надеяться, что... Что всё будет в порядке. Эй, ну ты дурак или да? Ты куда? А, блядь. А чё его в ту сторону разворачивать? А чё, антенна не нравится? Непонятно. Совершенно непонятно.
Такс. Значит, нужно мощность уменьшать. Не, ну не настолько. Не настолько. Ты куда? Ну, ты дурак или да? Блядство. Так, ну, придется как-то самому тут рулить. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Толкаем, толкаем. Ну, блядь, и куда-то собрался. Ну, ё-моё. Ну, что мне с тобой делать? Дурака кусок. Вот дерьмо, я понял. Вот это вот нижнее, это насколько сильно у меня вращается этот, ну, эта херня. Вот, видно, вращается. А сейчас она вообще ни хера не вращается. Чуть-чуть вращается. Полностью вращается. Все ясно. Итак, момент истины. Делаем тут на максимум, тут оставляем. Так, все. Старт. Держит. Отлично. Попробуем увеличить мощность. Не держит. Блин, музыки нет. Вообще звуков нет. Плохо. Сколько ты, блядь, будешь работать? 12 минут? Хуйня не устраивает. Держись. 2 минуты. Так, есть идея. Давай сюда. Ты куда, дурак? Нет! Можно спросить, куда ты собрался? А, ну круто. Может, к треугольничку? Не, к треугольничку. Проделал внутрь. Антинормал. Я вас понял. Черт возьми. Так, еще разок попробуем. Так. Двенадцать минут, как и говорилось. Не шибко круто. Ты куда собрался-то, а? Совсем охерел. А ну. Давай, четенько. Вот так. Так, давай-ка мои коррективы. Ладно. Куда? 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 То есть ты, блядь. Что здесь происходит? Так, я поставил чуть-чуть в сторону и посмотрим, что будет. Хуйня будет. Очень плохо. Так, возвращаем на правильный путь. На путь истинный, на путь праведный. Блин, я чуть-чуть мимо таргета работаю. Это очень-очень-очень плохо. Очень плохо. Да еще и долго придется работать. Интересно, если по прогнозу я так и буду дальше тянуть. Интересно, куда же у меня пойдет орбита? Воу. Че? Стоп, что? Что с орбитой? У меня орбита вообще хер знает, что делала.
Есть, есть, есть. Фокус. Где, вот. Там уже все равно. Такс, теперь. Мне бы на самом деле перевернуться не помешало бы. Бочечку прокрутить. Вы мне это поможете сделать? А? Ну, пожалуйста. Вот так вот. Осторожно. Черт, никак. Просто никак не прокрутить бочку. Мне нужно развернуться на 180 градусов. Именно в бочкообразном варианте. Что делать? Не знаю. Так, есть идея. Я поставил немножечко вперед все это дело. Оп-оп-оп, нет! А хотя... О, я сейчас компенсирую то, что меня отбрасывает от метки, на которую я могу со с модулем цепляться. То есть я не могу цепануться на таргет свой, на синюю метку. И из-за того, что у меня непропорциональный корпус, меня оттягивает в сторону. И я сейчас попробую сделать так, чтобы направление, в котором я лечу, в которое я лечу, совпадало с таргетом. Придется так извернуться. Но для начала нужно добраться. О-о-о. Хрена я попал. Практически так, как нужно было. Просто охренеть, как весело. Ой-ой, меня отбрасывает. Так, во-первых, затормозились. Домой. Додумать. Давай. Эй, ну в чем проблема? Связи нет? Есть. Я что, двигатель выключил? А, что с двигателем? Двигатель не работает. Связи нет, я контроль потерял. Видать, да. Блин, у меня с контролем какая-то беда. Так, теперь возвращаемся назад на наш спутничек. Так, спутник. Приветствую вас. Так, все в норме. Отлично. Еще 400 метров в секунду нужно проварпить. Ну, ты дебил? Куда ты двигаешься? Ну, конечно, знаешь, он дурак, но... Ну что с ним не так? На что он, блядь, надеется? Кажется, у меня тут восстание машин. Я не могу отменить курс.
Блин, я еще и сейвнул. Нахуя сейвнул? Непонятно. Так, где мой маршрутик? Блять. Плохо дело. Плохо. Фокус. Так, ну что, попробуем? Так, хорош. Хорош. Правильно. Все правильно. Ты дурак? Я не могу им управлять! Я не могу им управлять! Он не управляет! Я не могу управлять. Я не могу управлять тягой. Господи, что с тобой, спутник мой? Блять, лимитированный контроль пробы. Ясно все. Это все из-за средней связи. Ну ёбушки воробушки. Что делать? Что мне делать? Лучше мне скажите. Сейчас мне нужно догнать хоть какое-то средство связи. Потому что меня не устраивает. 10 тысяч, сколько? 300, а у меня 200. По идее, его должен догонять. Ну, догоняем. Ой, блядь. У меня же тут этот. Этот друг скоро цепанется. Нужно еще за ним следить. Черт возьми. Че? Фокус. Ты что, дурак? Что с тобой не так, а? Ладно. Идем дальше. Привет, дружок. Как оно? Как дела? Так, ну чё? Готов. Фокус. Варп. А, всё-то 40 дней. Сейчас бариком. Хе-хе, вот и я. Так, фокус. Смотрим. Что? Сколько? 2900, что ты собираешься делать-то, а? А, он хочет, чтобы я затормозился там, хуй знает как. В ноль практически. Не, меня такая хуйня не устраивает. А сейчас что ты мне скажешь? Что? Чё ты мне собираешься? Ну? И что это значит? Ну, блядь, придумал орбиту. Нет, спасибо, друг мой. Я на такую хуйню не согласен. Я сейчас тут тихомирно сделаю орбиту. Оп. Что? Что он, блядь, там напридумывал опять? Чокнутый автопилот. Или это мне орбита чокнутая? Кто знает. Одно из двух. Стоп, 1600? Они многовато будут? Что-то мне подсказывает, что многовато. Так, ребят. Заявленная орбита была намного меньше. Что вы мне впариваете?
Вот суки, а. Черт, там была изменена орбита. Мне показывали совсем другой, она, во, намного ближе. А как пролетела, она стала другой. Не, ну не пидор ли? Давай, короче, вообще войдем. Во, вот так, по красоте, что было. Сколько это будет стоить? 1 метр в секунду, господи. Да хоть два. Я не помню, 14 метров в секунду это безопасно? Вот. Вот то, о чем я и говорил. Эта скотина мне меняет параметры. А что, если я прям войду? Это прям возьму и войду внутрь. Ой, не туда. Ага. Уже дороже. Чем ближе, тем дороже. Вот так. О, я сейчас изменю орбиту. Чтоб по красоте было. А то что-то она какая-то не кошерная там в последнее время. Вот такую вот запилю себе орбитку. Ну как-то так пусть будет. И войду внутрь. О, да. Ну, погнали. Длинновато будет. Так-то уже лучше будет. 4, 3, 2, 1. Уменьшаем тягу. Оп, готово. Ну что, попробуем варпнуть. Что получится? Так, тревога. Мы войдем в планету. О, вот это другое дело. Сколько? Ай, блин, не могу. 280. Пойдет. Хоть так. Вау! Какая тут красивая. Отлично. У меня получилось создать достаточно-таки ровненько. Теперь осталось долететь. Вот черт, варп медленный. Было бы побыстрее, было бы удобней. Но, увы, и ах. Если я ускорюсь, то тут опять пойдут изменения в траектории. Как только траектория земельки, дюнки, неважно, тут же какие-то изменения начинаются в траектории дюнки. Почему я сказал дюны? Ну, короче, планеты. Прибыли, так сказать. Так. Орбиту заворачиваем. Уи. Давай. По красоте, что было. Вот так. По красоте всего лишь за 1000. Так, теперь меня интересует, что же нам делать дальше? У меня пока что есть время. Что предложит орбит? Автоорбиталка? Что ты предлагаешь? А, блядь, опять всякие безумные идеи. Ну да, молодец. Что же делать? Нужно как-то пристыковаться. Как-нибудь пристыковаться.
И как я, интересно, это сделаю? Всем интересно. Хотя нет, только мне. Ну охренеть, я нашел путь. Я, блин, нашел путь. Так, не туда. Вот, сука. Может быть, вот так потянем? Не, не туда опять-таки. Вот сюда давай потянем, тянем, потянем. Оп, я цепанул, я цепанул. Фокус. Невиданная удача на самом деле. Так, ну мы ведь на этом не остановимся, ведь так? Ведь так. Тут гравитация, кстати, минимальная. Мне даже надеяться не стоит. Ой, это я уже вхожу внутрь. Ну, 14 тысяч, хрен с тобой. Чё? Чё не так-то, а? Прогрессив. Так, у меня мой корабль очень медленно поворачивает. Я про это и забыл. Ждем, когда он повернет. Ну теперь он начал поворачивать. Прекрасно. Он просто расступил. Я думал, он тяжелющий такой, неповоротливый. А вот он прекрасно тут летает туда-сюда, туда-сюда. Все в порядке. Оказывается. Вот так вот. Все красиво. Здорово. Warp to the next maneuver. Так. 4 дня. Блин, а чё так долго ты варпишь-то, а? Меня это напрягает, малёха. Не, ну тут я, конечно, крутые многоходовочки устроил. Оп. Привет, мой свет. Как оно? Так. На максимум. Так, нужно уже начинать, потому что этот двигатель будет очень долго отрабатывать. Что? Что такое? Высота моя. Почему у меня... Да, мне страшно. У меня почему-то изменилась камера. Такое чувство, что я сажусь на... На эту планету, чертову. Да нет. Все нормально. Заворот идет туда. Здрасте, здрасте. Может, пока я на высокой орбите, тут попробовать что-нибудь запечатлить? Нет, не время. Сейчас не время. Черт. Пока прощай. Двигатель врубай. Так, орбиту изменяй. Орбита меняется. По красоте, так сказать. Все должно быть идеально. Черт. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, Mayday. Чуть-чуть на разгон взять просишь, окей. Ну, если ты так хочешь. Блять, хуйня затею. Ой-вей.
Ну, хрен с тобой. Пойдет. Что? Что-то не так, однозначно. Так, делаем замеры всякие. И в репорт. Угу. Домой. Отлично. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Наблюдать. Запись целых 175 очков. Ясен пень, я возьму отсюда очки. Наблюдать. Ага, спасибо. Так, и тут эта вся аппаратура не пашет. Термометр не все такое. А ты? Сейсмограф нет. Гравиметр. О, гравиметр пашет, отлично. Угу. Данные записали. Отчет экипажа. Есть. Твой выход, подруга. Так, ты должна мне тут кое-что сделать. В смысле, блядь? В смысле, блядь? Только сайенсеры может обновлять аппаратуру, а я кого взял? Блядь, только не говорите, что инженера, Какой нахуй пилот? Какой пилот? Какой пилот? Я выбирал... Я выбирал исследователя. Драная ты шкура, ты что тут забыла? Черт, я заново стартовал. Мне что, блядь, каждый раз экипаж выбирать? Я думал, один раз выбрал, сохранил, и все. Черт, бля, ненавижу. Горит, горит. Хорошо, что это старая модель, и тут целых 4 таких бачка с наукой. А вот такой херни я взял всего лишь 2. Это плохо. Такс. Что это за херня? Блин, сломалась. Вся траектория сломалась. Траекторика-то жестко поломалась. Эй, друг, помоги. Знаешь... Ты что делаешь, дурак? Мне вообще-то сюда нужно. Ну и? Окей, что дальше? Типа это поможет. Гениальный, блядь, парень. Чем это, блядь, нам поможет? Ведь нихуя не поможет. Ага, есть идея. Есть идея, есть идея, есть идея. Как мне справить? Есть. Есть контакт, народ, есть. Я придумал. Вообще удивительно, что мне настолько тут, блядь, везет. Просто удивительно. Кстати, связь хорошая. А где источник связи? С кем это этот связался так? Это с тобой это? Окей. А там вообще пососная связь. Так, ладушки. Что делаем? Что мы с вами делаем? Стартуем, да? 5 метров в секунду. У меня двигатель на максимум.
Нужно его послабее сделать. 25 секунд, да? Сократим. Сократим. Стартуем. Три, два, один, ноль. Готово. Так, что мы с вами будем делать? А, ну заебись. Вот так. Вот так по красоте. Ей! Фокус. 37 тысяч метров. Дай поближе. Чё мелочиться-то? 7 тысяч метров. Вполне. Может, еще чуть-чуть поближе. Вот так, 5 тысяч метров. Бугага. Так. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Блин, можно камеру сюда? По-зевски. Спасибо. Раз. Что, бля, что? Ты какого хи... Что здесь произошло вообще? Каким это образом? Ах, как горит пукан, как он меня полыхает. Как горит пукан, как горит пукан. Как я ненавижу вас, всех на свете. Прости, за что? Да вот за это, блядь. Какого хера у меня орбита только что изменилась? Ну какого? Ну ёбана в рот. Приходится тратить еще топливо. Как у меня горит очаг. Чё, у меня по топливу ещё 2000. Отлично. Дамы, хватит. Хоть на этом спасибо, блядь, домой хватит. То есть вы видели, да, орбита взяла и поменялась. Я типа за 3-9 земель. Тут топливо особо негде взять. Не, ну есть где, можно буровыми установками хуярить. Которыми я и собираюсь хуярить. Собственно, для этого я и здесь, чтобы исследовать самые топовые радары для руды. Ну еще атомные двигатели, потому что они крутые. Буду летать на атомных двигателях. Потому что могу. Готово. Орбиточка тут какая-никакая есть уже. Фокус. Моя остановочка. Так, сколько будет стоить сделать стабильную орбиту вокруг этой херни? Оп, дорого. Ой, а может и недорого. У меня, в общем, вот такой вот. Спасибо. Так, варп. Я удивлен, орбита почти не изменилась. Ну, только чуть-чуть. Ёба, она аж пролагнула. Так. Угу. Делаем вот такую красивенную орбиту. Круглую, как арбуз. Давай, работаем. Вот эти 33 секунды. Да не пизди. Никаких 33. Врет. Все, он врет. Может и не врет. Врет. Как я и говорил. Работать меня тут намного меньше. Всего лишь 15 вместо 33. Ай да врун. Готова орбитка.
Мне дали там вкусняшек. О, немало. Так. Выходим в открытый космос. Так, 48. Ой, а что ты там написал? Мне вот интересно. Мне интересно, что он написал. Опс. Охо-хо-хо-хо. Блин, шутники, блин. Так, ну тут все понятно. Так, начинаем делать замеры. Так, такой херни у меня всего лишь одна штучка, ее тратить нельзя. Так, с той стороны у меня не задействованы. Получить данные. Получить данные, получить данные. Ну, значит, отсюда получаем данные. Нельзя. Нельзя. Наблюдашки. 60. Неплохо. Записываем. Так, вот это нельзя использовать. Да, но и не используется. Ну и это тоже нельзя. Так, теперь включаем траекторию посадки. И сейчас мы тут поснижаем. Ой, не туда. Сейчас мы тут полетаем. Айда полетаем. Так, мне нужно куда-нибудь на ровную местность. Кажется, это невыполнимо. Тогда хочу в эту ямку. Точка маневра. А хотя там уже все равно. 2,3 метра. Вот это я варпнул. Ой, не варпнул, а ускорюсь. На 2,3 метра. Просто капец. Так, подходим к финальной точке. Оп. А, собственно, можно прямо тут вот газовать. Тут нет разницы, я думаю. Воу, стоп, опасно. Это достаточно таки опасненько. Ну вот так, хер с тобой. Так. Получается, у нас тут такая вот странная орбита. Очень странная, скажу я вам. Ну, вот так как-то. 24 метра в секунду. Ну, я прям не знаю, где я столько топлива найду. Вот это место очень хорошее. Ямка. Я знаю, что тут очень слабая гравитация. Прям капец, какая слабая. Раньше я еле-еле сюда приконнектился в гравитацию этого камня. Камень камнем, реально. Не знаю, блин. У нас, наверное, некоторые страны больше по площади, чем этот камень. Блин, один минус то, что тут варить сильно нельзя, из-за того, что я на низкой высоте. Сейчас, если сильно низко уйду, вообще не разрешат. Ну все, больше нельзя. У меня еще 13 минут тут летать. Может, прямо сюда сесть? А может быть, а может быть, а может быть, а может быть. Нет, 13 минут ждать, когда я вон туда долечу, я не хочу. Воу, орбита изменилась. Чё ж ты меня так любишь корректировать? Я хочу вот сюда. Ой, тихо. Вот сюда хочу. Вот так. 4 минуты ждать. Да ну тихо. Стопорнусь прямо сейчас. Не хочу я ждать ничего. Стопорнусь прямо сейчас. Оп. О, да, теперь ждать, пока он там изволит меня чутка разогнать. Нечего ждать, сами себя разгоним. Восемнадцать метров в секунду падения. Пойдет. Теперь мы ждем. Может, еще чуть-чуть я разогнать? А может, не надо? Хер знает. Высота, конечно, тут будет здоров. Падать и падать мне. Надо бы разогнать все. Ну давай, еще чуть-чуть разгонимся. Шо это?
Ага, еще подарочки за то, что я тут рву и мечу. Давай. 26. Ну, это уже серьезно. Так, я думаю, солнечную панель стоит закрыть. Уже больно она ценная. Чё? Ха, капец. Траектория «Будь здоров». Мне нравится. Нет. Ну, блядь, нет. Ну вы издеваетесь надо мной, да? Вы посмотрите на мою шапочку. У меня, блядь, нет парашюта. Я его хотел поставить, но забыл. Блядь. Интересно, я смогу сесть на этих парашютах? Так. Думаю, стоит притормозить, малёха. Ой, чё-то я задумался немного. Ну, теперь, блядь, буду ждать, пока он на этой скорости меня посадит. Так. Вечно забываю переключиться на поверхность. Осталось. Мы совсем тут с легонца падаем. Совсем чуть-чуть. Совсем немного. Такая плавность. Так. Кажется, я уже вижу там пасть. Ох, это пикселизация. А, нет, я уже упал. Ну, окей. Так, сосмот вырубили. Все, присели, так сказать. Мне дали 60 тысяч. За все про все. Так, ладно. Пока он там додумается упасть. Уи, прыг. Флажок. Ты ж на меня падать не собираешься? Вроде не собирается. Давай-ка об землю шмяк. Присели. 72. Образцы поверхности. Так, ну. Оп, цепнулись. Здрасте. Эксперименты записали, наблюдение за образцами. Ох, сколько я отсюда науки-то вынесу, а? Немало. Чё? А, атмосферы тут нет, поэтому и атмосферного давления нет. Барометры не пригодятся. Увы. Так, атмосфера. Атмосфера отсутствует. Атмосферник тоже не будет пахать, да? Именно так. Наблюдение за образцами. 225. О, отлично. Так, гравиметр. Гравиметр — важная штука. Да, на орбиту мяч запулять — это весело. Блять, юморок. Данные записали. Так, и еще отчет экипажа отсюда. Готово. Записали. Игру сейвнули. Ого. Не, ну я, конечно, все понимаю, но за счет маховиков поднять ракету? Гравитация, что с тобой? Тебя тут что, вообще нету?
Так, ну чё, мы там высоко уже? Нет. Нужно еще повыше подняться. Так. Изменил я чуть-чуть орбиту, чтобы разогнаться. Потому что капец, как долго поднимаюсь вверх. А варпить можно минимум с 8000 метров. У меня сейчас 5800. Так, просмотреть. 45, 140, 175, 70, 50, 35, 50, 48, 60, 270, 180. Ну, мне самое главное привезти домой. Не помню, сколько у меня сейчас имеется. 143. Значит, мне нужно 1150 науки домой привезти. Ой, блин. Взял, закрыл этот самый отсек. Так, антенка. Ладно, ждем. Так, вот она орбит. Так, и наконец-то я могу варпить хоть чуть-чуть. Ой. Многовато будет. Сейчас чем выше я поднимаюсь, тем лучше я могу варпить, и это прекрасно. Так, фигачим орбиту. Главное, не перестараться. Ну, получилось. Так, ну а теперь, а теперь. Как же мне правильно сделать? Да, орбита у меня тут, конечно, хуеватенькая. Впрочем, пойдет. А, нихуя не пойдет. Не-не-не. Ожидаем. Чё? Черт, высоты мало. Вот это плохо. Блин, у меня тут чутка проблемы. У меня апоапсис получается на противоход планете. То есть, если я буду лететь туда, то я оторвусь от гравитации планеты в торможение. А мне бы в разгон. Потому что у меня... Это убрать? Где? Потому что у меня Солнце как бы во внешней орбите, а не во внутренней. Если во внутренней, тогда бы я оторвался от орбиты тормоза. Мне нужно разгоняясь. А этого, я так понимаю, не бывать. У меня есть новая идея, как тут все разрулить, так сказать. Сука. Чуть-чуть перегнал. Так и знал, что нужно ставить тягу поменьше. Есть. Так. Теперь с той стороны делать такую же орбиту. И жду, когда... Ой, бля, когда что? Когда эта луна окажется вот тут. Стоп, что это не даст? Ну, не знаю. Так, готово, собственно. Так, в чем дело? Ну, ёбушки-воробушки, опять! Да ты, блядь, задрал! Энергии нет, скотина. Куда блядская энергия уходит? Признавай.
А что со связью? Связь какая-то хуёнькая. А, пошла связь от чего-то другого. А, это... Я им загораживала. Этот конец загораживал сигнал. Так, есть контакт. И так, нужно повернуть это. Опять все плохо будет. Ну что, работаем? Контроль from here. Что за херня со смодом? Так, надо бы автопилотик вырубить. Автопилот, ты там где? Все, стоп. Ты нам не нужен. А, стоп, я его не выключил. Просто там что-то убрал, да и только. Все. И вот так мы на орбите будем барахтаться некоторое время. Неплохо. Так, все, мы на самой отдаленной точке. Ой, не, не, бля. Так. Ну, вроде бы нормально. Так, теперь, как нам бы правильно ускакать отсюда? Апоапсис, периапсис. Почти тут ни хера не изменилось, собственно. Оп. Варп. Кружок сделаем. Ой-ой-ой, куда ж ты, друже? Ну ладно. Оказывается, тут скорость, это самое, прокрута достаточно большая. Что будет, если я еще таги буду добавлять? Что-то теоретически. Ой, херня получается. Так, мне бы в идеале вот так сделать. Ой, куда это? Нам не туда. Дружок. Ну, в принципе, вроде нормально. Что будет, если я отсюда стартану? Что получится? Да, такой же. Воу-воу-воу. Я нашел Easy Farm, короче, кажется. Или не нашел. Хрен знает. Так, не, ну не настолько изи. Поначалу изи. Вот где-то вот до этого момента. Дальше, а может, низи. Там наоборот идет перерасход топлива, как мне кажется, по крайней мере. Варп. Так, насколько мне еще хватит? Ну, такое, на самом деле. Блин, что-то медленно. Есть. Так, 50 минут. Ой, секунд. 20, 10. Ну, я думаю, можно уже стартовать. Ой, 6 секунд. Резвенько. Очень резво. Слишком резво, я бы сказал. Вот так, вот так, вот так, вот так. 8. 2, 1. Готово. Все. Вылетаем оттуда нахер. Варп. Эй, давай резче.
Я не хочу там застрять навечно. Все. Так, еще деньжатки. Что у нас по деньгам? Неплохо. Не знаю, хватит ли на задуманное мной. Так, фокус. Ой, какой фокус? Дурак я. Таргет. Так, ну чё, чё скажет мой рандезубчик? Оп, 800. Блин, а чё так далеко? Аж там. Я хочу поближе. Отсюда с переапсиса попробовать. Оп. Да, видимо, реально. Блин, ну тут всего лишь 5 сотен добавить нужно. Лаком, однако. Ладно, придется, значит, так. Сейчас вручную аккуратненько пристыкуюсь, и будет хорошо. Так, цепляемся, пытаемся. Что? Что так далеко-то? Что за херня? Рандезу, дебил. Он мне такой, ха, друг, а почему бы тебе оттуда не стартовать? Я такой, окей. А, блять, это вообще на следующем круге он мне предлагает. Понятно. Короче, лететь и лететь мне еще. Ладно, переключаемся на этот спутник. Посмотрим, что с ним. Этот баланг пусть там кружится. Мне не жалко, собственно. Так, солнечная панель. На солнышко давай. Так, тут у нас есть законсервированная немножко энергия. Еще тут законсервированная всякий. Все. Ну а теперь следим за спутником. У меня есть надежда, что когда я подойду поближе к дюне, то я словлю сигнал. На самом деле я его уже начал ловить, но пока что он слабый. Попробуем еще чуть-чуть протеть и сконнектиться. Давай, сигнал, ловись. Ты же и транслятор, да? Вы надеетесь, что это ретранслятор. Нет, еще ограничено. Ограничено. Все еще ограничено. Да, все еще. Есть сигнал. Сигнал пошел. В смысле, блядь, ты. Да иди ты нахуй. Что это такое? Ну, блядь, переключайся. Вот так. Ну, блядь, ну что это значит, кстати? Фокус. Эй, спутник, как там дела? Ты вообще что себе представляешь? Ты ретранслятор? Да, это ретранслятор, между прочим. Так, а ну-ка прокрутись. К солнышку передом. Ай-яй, не тут. Сложно. К солнышку передом давай. Транслируй сигнал. Что с ним произошло вообще? Съехал немножко. Давай, вот так, по красоте сейчас будет у нас все. Все сигналы должны пойматься. Вот засранец. Все равно все плохо. Этот ретранслятор ни на что не годится. А что делать? Я не могу ничего делать на самом деле. Хотел бы что-то сделать. Черт. Чё ж так херово все? Так, это нахер. Все, по красоте. Ничего лишнего. Давай варпаем поближе. Может, что-то будет интересного. Эй, чё как? Ну блин, ну что это за лимит? Контрол. Что за хуйня? Только не говори мне, что... Да иди ты нахер! То есть я нажал на вот эту херню, и у меня был лимитированный контроль. Нажимаю опять, не лимитированный. Ну я наоборот говорю. Сейчас не лимитированный, а вот сейчас лимитированный. Да вы охерели, это, блядь, панелька. Горит, очаг.
Горит очаг, горит. Как у меня горит очаг, 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 блядь. Очаг горит, горит очаг, горит очаг. Господи, я уже, блядь, я не знаю, что. Я, блин, охереваю. Просто вас ненавижу. О-о-о. Достаточно дешево, я могу приконнектиться. Как и куда конкретно, непонятно. Но куда-то могу. Так, мой спутник дурак. Я это уже запомнил хорошо, но... Я думал, что он исправится. Но он что-то не очень хочет отправляться. Как был дураком, так и хочет остаться. Вот куда ты лезешь, а? Ладно, может, он хочет сначала туда подлезть. Подождем. Ждем. Куда теперь? Я тебя попросил вот сюда. Куда ты прешь? Куда ты прешь? Сука, это нужно было сразу сделать. Просто взять и саму. Ой-ой-ой-ой-ой, горит, горит, горит. Здравствуй, дорогой друг. Так, радиал внутрь. Это внутрь или наружу? Я не понимаю. Вроде бы внутрь. Давай. Нет, это не в ту сторону. Так. Вроде получилось. Осталось совсем капелька. Подтянуть. Я сказал подтянуть. Подтянуть, блядь. Подтяни. Подтяни. Дурак. Вот черт. Прикиньте, из-за того, что я хаотично двигался, поворачиваясь, у меня теперь орбита чуть-чуть не сходится. Ничего. Ничего, ничего, мы это исправим. Исправим. Эй. Эй! Прошу тебя, включись! No, Джонни, блядь, сука! Почему? Почему, если нет энергии, я не могу включить батарею? Ёбана в рот, блядь! Если ниоткуда не поступает энергия, я не могу включить батарею. Горит! Блядь! Так, ну чё, попробуем. Вдруг получится. Ну а чё, вдруг? А вдруг всё сработает? О, блядь. Конечно, сработает. Ну я ж попросил в радиалку. Пидорасы. Пидорасы. Как же я вас ненавижу. Ну почему тебя крутит? Ну куда ты собрался, а? Я нихуя не понимаю, откуда он собрался. Ты что, серьезно, вот сюда собрался? Тебя вот это заинтересовалось? Да и не вот это. Это радиал наружу, вот он, да. А это радиал внутрь, он с другой стороны. Это херня для особо прокачанных пилотов создана. Так, есть хитрость. Хитрость, народная мудрость. Как скажете, тут уже неважно.
Так. Попробуем вручную его контролировать. Нихуя не получилось. Просто, блядь, вытерпи это. Я не знаю, как это по-другому назвать. Так, есть идея. Давай толчок на некоторое время. Вот так. Ждать, когда у меня полностью прокрутится корабль на 360, и опять давать толчок. Потому что из-за того, что у меня неравномерно распределяется вес по кораблю, у меня сосмодуль тупо не может работать адекватно. Ну, как-то вот. Тихо. А, ну ты куда? Ну ты куда, блядство? Ну, блядь, ну... Да пошел ты, короче. Дэм... А, ускорение идет. Даем толчок, оп. Как тут дела? У нас делишки происходят. Как у нас дела? Да никак, понятно. О, в этот раз я неплохо поставил. Блин, кто узнает, просто медаль давать мне надо. За такие труды, блядь. Никому не нужные. О, я уже стыкуюсь. Прикольно. Еще как. Ага, ага, ага. Ясно. Господи, просто смекалочка. Как без осмодуля прилететь на планету? О, я еще и орбиту сделал такую, чтобы у меня постоянно... Это самое. Все было хорошо, короче. Чтобы я мог постоянно подзаряжаться, а то радиально сделаю все. И будет все плохо. Так, вот тут тормозим, оп. Ну так у меня постоянно будет хватать энергии. Так. Фокус. Варп. Ей. Привет, планета. Я иду к тебе. Так, и топлива у меня хватает. Все у меня хорошо. Все у меня чудесно. Прыг. Ну ты куда? А, ну да, я ж не туда толчок сделал. Ну тогда ждем, когда полный круг пройдет. Опять-таки. Если бы у меня был бы маховик, я бы тут просто дерзал. Не было бы никаких проблем. Все это нужно было бы поставить маховик. Но я его не поставил. Вот такой вот я раздолбай. Варп. Так, энергии должно хватать. Ну да, постоянно тут у меня две панели работают из трех. Так что все должно быть в порядке. Ну чё, понеслась, собственно. Ну ты куда собрался-то, а? Совсем охерел? Не, ну я, конечно, все понимаю, но а сейчас-то тебе чё не нравится, а? Раньше, значит, ему все нормально было. Он, значит, нормально к таргету-ретаргету цеплялся. Мог что-то там делать, а сейчас все, сдулся. Не, ну ты охуел в конец. Ой-о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 й
ж, опять танцы с бубном. Как же я их люблю. Ну давай. Покажи мне, на что ты способен. Эх, рано тормознул, можно было еще чуть-чуть отработать. Чертов маховик, и не было бы проблем.
Ничего, сейчас я разгонюсь, у меня будет быстрый шаг. И я на изи тут все буду делать. Можно, собственно, и так отрабатывать. Топлива у меня хватает, так что можно не сдерживаться. Семь секунд. Еще семь кругов где-то. Да, где-то семь кругов будет. Ой, я что-то разогнался. А ну давай. Ой, это меня что-то не туда как-то понесло. Совершенно не туда. Ой, блядь, было блядство, ну... Ну чтоб тебя. Вот просто пока я накликну на ускорение времени. Не понимаю почему. Может потому что у меня тут FPS находится от бандикама. Или еще чего. Но я не могу моментально навести и кликнуть очень часто. Черт, опять прошляпил момент. Чуть-чуть пропустил. Куда это меня понесло так? Понятно. Может и все нормально? Кто знает? Нихуя не все нормально. Оп. Что здесь происходит вообще? Наркоманы на наркоманах. Ну ладно, мое дело орбиту сделать. Орбита заворачивается. Готово, орбита уже есть, я отсюда уже никуда не улечу. Это уже хорошо. Орбита, конечно, у меня будет здоров. Ой! Ой-ой-ой! Дасыс опасность. На вот этих всех балованиях у меня внезапно взяло и закончилось топливо почти. А я и не заметил. И на мои маневры, которые я хотел сделать раньше, уже и не хватает топлива как-то. Чё-то как-то не хватает. Так, один из 13 тысяч метров. Скорость, на скорость ему похер. Ну, ты словно. Блин, 11 13 тысяч метров, это окно такое не очень приятное. Хрен в него попадешь. Так, я еле-еле тут смог поставить в правильную точку свой спутник. Ну как правильную точку? Правильную точку его направить. Так, ну и теперь пора стартовать. Ой, долго это все будет длиться. А я, кстати, почти справился. Еще один толчок и будет готово. Ой. Рановато толчок сделал. Так, так, так. Как там дела у нас? 32 тысячи метров. Много. Нужно меньше. Черт. Вот это плохо. Ну, впрочем, ладно. Миссия выполнена. Относительно, конечно же. Бля, я на теневой стороне буду садиться. Смотрю. Так, энергии хватает. Еще хватает? Еще хватает. Так, связь даже есть, удивительно. Что? Ты иди нахер! Где мой приз? Так, ха-ха, у нас тут что-то наклевывается. Что-то странное. Угу. И еще немножко давай. Куда? Ты куда ушел, а? Черт.
Эй, ну вернись. Будь хорошим мальчиком. Черт, что-то тут не получается у нас. А если вот сюда? Вот сюда. Так, а ну. Я потом опять вот сюда. И вот сюда. И опять. Так, ну давай-ка. Есть, что-то делается. Что-то есть. Есть. Вот так мне нужно. Вот так вот. Такая траектория меня устраивает. Делаем раз. И где там старт? О, далеко. Варп. Да, придется подождать немного. Так, ну, приступим. 50 секунд осталось до старта. Стоп, а за сколько я? За 30 секунд я выплеснул всю 1300. Ну, ой, пора. Неслась. Ты куда? Ну вернись на метку. Хрена меня. А чё это меня оттягивает? Нормально. Чё это меня шатает? А, бля, точно. Солнечную панельку уберем. Движки закроем. Нужно максимально сделать нас обтекаемыми. Блин, вот меня уносит в сторону. Мне это совсем не нравится. Совершенно не круто. Это совершенно не круто. Чё, где там орбита появляется? О! А вот и она. Подруга орбита. Так. А теперь нужно быть предельно осторожным. Осторожненько. Сворачиваем орбиту. Ой, блядь, тут шло не так. Сколько будет стоить? Заворот. Километр в секунду, это же больше. Нет, я на такое не согласен. Не согласен. Где? Вот мы. Так. Нужно изменить орбиту. Любыми способами. Эй, дружок, иди-ка сюда. Не туда. Ос, здрасте. Как насчет такой орбиты? Мне нравится. Вполне. Вот так вот. Пойдет. Ого. Хрена, аж на полюс пойду. Неожиданный поворот. Мне такое не нравится, на самом деле. О! Что, блядь, значит? О, нихуя не о! Не то. Не круто. Нихера не... Ой-ой-ой. А чё так резко-то, а? Так, а ну проснись. Проснись, Сас. Так, что с тобой случилось, друг мой? Сука, энергии нет. Энергия кончилась. Открываем панель. Ой, блядь, да ладно. Все, энергия есть. Ох уж эти солнечные панели. Варп. 53 тысячи метров. Маловато будет. А может он. Ну, проверим сейчас. Здрасте.
Мы тут к вам на огонек. Что такое? Опять энергии нет? Ты заебал, честно говоря. Так, зарядились немножко. Так. Конечно, тоннели, все дела. Так, вот примерно вот на этом уровне будет вход в атмосферу. По моим расчетам, скромным. О, ну, почти. Впрочем. Так. Думаю, скоро тут не помешает закрывать уже панельку эту. Хотя какая разница? Нет, аэродинамика мне все еще пригодится. Как-никак аэродинамика нужна. Так, я могу еще 300 метров в секунду выжать из себя. Нужно это выжимать в самой нижней точке. Сколько надо? 400 метров в секунду. Изи. Сейчас все будет, народ. Сейчас все будет. Главное, чтобы я на землю упал, а не в воду. Ой, не помешал бы. Все, орбита есть в любом случае. Все. Ну и теперь пару кругов по этой орбитке. И будет все, зашибись. Так, давай посмотрим. Ага. Вот это будет на следующем круге. Окей. Мы что, да? Да. Бап. В следующем круге еще все нормально у нас будет. Оп. Долетели. Черт, от энергии нет. Да чтоб тебе. Так, ну давай мне энергию. Заряди меня полностью. Есть, ушла энергия. Так, пошел вход в атмосферу. Лучше сейчас закрыть панельку. А то хрен я потом добуду энергию. Так, входим в атмосферочку. Так, как у нас дела будут? Ага, примерно вот так вот. Ясно. Кэп подсказывает, что тут что-то не так. Эта траекторная херня врет. Так. Все, мы вырвались на орбиту. Так, ну мне пишут, что на следующем круге я еще в атмосферу входить не буду. Сохранить немного топлива, потому что я забыл дополнительные парашюты поставить. Я тупо не сяду. Так. Атмосфера сейчас будет опять. У нас опять нету энергии. Энергии подзарядились. Я сказал, подзарядились. Есть. Энергия имеется. Ой, пора закрывать. Сейчас вход в атмосферу. Так, какой тут периапсис? 52 тысячи метров. Ну, окей. Кстати, что если я сбавлю? Ой, куда? Что за? Так, нужно вырубить эту херню. Что за? Что здесь происходит? Меня шатает. Так, я вас понял, товарищ. Так, во-первых, панель. Нужно больше энергии. Давай точку маневра. Сколько это будет стоить? 400. Блять, много. А стоп, она прям не в эту сторону. Мне тут надо. Ой, не туда. А что, сколько? 12 метров в секунду. Да хоть 15. Я вас умоляю. Варп. Хорошо. Так, ну прекратить. Давай взрослый варп. Во, вот так. Варп пошел. Сейчас стартанем. Немножко. Сколько? 9000 метров. Изи. Бля, 9? Не, меня такое не устраивает. Так, вот так. Мне нужно на сушу падать.
Ну и типа варпим. Чё? В смысле, вот сюда я упаду? Нортман, что ли? А, с ним что-то не так. Ладно. В атмосферу он не очень хорошо работает, этот предугадыватель траектории. Как я могу упасть сюда? Вот сука. Я буду в море падать. Ну привет, блять, море. А море, море, а море голубое. А хули делать? А я не знаю. Сюда в рот. Приплыли нахуй. Панель. Мне стоит закрыть. Я вас понял. Пока, прощай. Смилуйтесь. Ой, я не знаю, что с того получится всего. Но не думаю, что что-то хорошее. Вес большой. Я, конечно, могу отвлечь щит. Не думаю, что это что-то сильно исправит. Давай, давай, открыли. 17 метров в секунду. Так, Рой должны выжить. У меня есть идея. Так, вот он момент истины. 70, 60, 50, 40, 30. А, хуйня, затея. Есть. Фух, блин. Ну да, вот. Хранилище данных, оно выжило. Хранилище данных достаточно устойчивое, оно вроде переживает, что там 15 метров в секунду падения. И тем более взорвался автопилот. Панелька автопилота. Ну, в общем, мы молодцы. Итак, мой приз. Ого, 1800. Да хера. Хрена, до 4-го левела ее прокачал. Денег дали. Че у меня по деньгам? Неплохо. Так, прокачиваем вот это. Мне резервуар нужен такой. И сканер. Атомные двигатели качаем. У меня сейчас осталось 700. Автомат этот вкачать, что ли? Хотя мне они не нужны. Так, что у нас тут имеется? Стабилизатор хвостовой. Ага. Аэрокосмический стабилизатор. Даже аэрокосмический. Я вот думаю, вот эта вот вещь сможет меня тянуть на орбите или не сможет? Вот это, по идее, она использует окислитель и топливо. Она орбитальная. А эта херня только для того самого. Только для внутренних полетов. На... в атмосфере. Зачем мне это нужно? Мне это нужно, потому что я хочу спасти Кирбонавта с Ивы вроде. Или Ика. Не, не Ика точно. Ива, значит. Ну да, я умею. Тут даже пропеллеры всякие есть. Если тут пропеллеры, мод на пропеллеры поставил, так что будет весело. Блин, где же эти двигатели охрененные? Я же там исследовал какой-то двигатель. Крутой такой. А где он, не вижу. Не он. Тоже не он. Тут их нет вообще. Нету. Ну и хуй с вами, прокачиваем. А на это уже мне не хватает. Окей. Ферма, разъединитель, стыкочный. Какой? 1,5. Переходники. Дохренезное топливо. Тут просто уже все 3,75. Да, это 3,75. Нет, тут вроде 5-метровые должны были быть. Вот, вот это 5-метровый. Масса 200... 300 динбак. Не, мне так хуйня не надо. Так, квесты. Активно. Флаг на мину. Доступно. Хуя. Флаг на дюнку. Ну понятно. Родосывая, разъединитель. Хрен знает где. Я смоху, гиллы. Что вы хотите? Угу. Ну что ж, ладно.
На этом я закончу, собственно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.